То есть вот этот соленый именно аромат, он всегда, когда теплеет. Как бы все запахи ярче становятся, да, летом. Не, ну в Сочи, конечно, чисто поинтереснее. Ну и Меретинка мне тоже больше нравится. Здесь такое, да, немножко попроще, да? Ну, все равно уютно. Ну, уютно, да, но круче, мне кажется, где этот, где Ла Луна, да? Это, как назвать, там, Урицкого, да? Правильно я говорю? Таврическое Урицкого, да. Так. Ну и вот это, и Меретинская набережная. Ну, на самом деле, Сочинская, мы там тоже погуляем, где паруса, Сан-Ремо. Обязательно там надо будет в самих парусах там поденсить можно будет вечерком. Ну, так вот, прям настоящий уже движ курортный.